оттуда. Для нас случился вот так, как и писал Василий Васильевич. Вспомним мы, товарищ, бычий класс, а там море из шампанского и тьма прелестных дам. Вспомним, как весной этой удивили нас. Надо вдыря лететь, таков приказ. Наш каскад четвертый, парни на подбор, а колец потертый, гранат набор. Землю мы афганскую отстоим в боях, зацветет свобода на басмаческих костях. Научили нас всему, где и как подмазать, как ПМ родной носить, и как в горы влазить. А еще что пить и есть, чтоб не заболеть, и где садиться в БТР, чтобы не сгореть. Сделать так, чтобы душман ночью не проснулся, и советник ЦРУ к нам переметнулся. С сарандоем как работать, как контачить с хат, и на целый год послали в город Файзабад. Горы справа, горы слева, посредине лета снег лежит, а в долине речки Кокча Файзабад стоит. Нет здесь памятников древних, новых не найдешь, но туканов целый город всех не обойдешь. Все торгуют, тем торгуют, мылом, шилом, мульем. Купишь все в любой валюте, хочешь ночью, хочешь днем. Дукандор продавец, агент бульдога, главный противник. В хате вся его родня, он хозяин Файзабада, а не ты, не я. Век весь пропавший от гашиша, а в кармане ножа. Ну а ночью на дороге ставит мину или ежа. Улыбается скотина, издаля кричит салам. Как чемнее стемнеет на дорогу, козни строит нам. Пусть трясется толстый мерин, женщин прячет, извините. Пусть трясется толстый мерин, женщин прячет в гуще сада. Не уйти ему, пожалуй, от могучих рук каскада. Не помогут ни деньжище, ни племянник хада. Это как любое место. Коль приложит кулачище парень из каскада. Вот